Друзья, всем привет! Сегодня хочу проверить в действии очень простую самоделку, для которой понадобится что-то похожее на консервную банку. Нашел вот такую из-под детского питания. Также понадобится пару гвоздей и какую-либо трубу. Нашел вот такой кусок профильной трубы 50 на 50. Самоделка очень простая. Необходимо сделать два отверстия в консервной банке, в которые вставляем гвозди. Все как на видео. Дальнейшие действия будут выполняться на улице. В банку льем немного отработки и сверху совсем немного бензина. Далее поджигаем и ставим сверху трубу. И как видим, резко возникает тяга, но это пока горит бензин. Немного позже разгорается масло. Интересно узнать, какая там температура. Заодно проверю тепловизор. Поначалу температура около 200 градусов, но далее труба разогревается до 440 градусов. Трубу можно использовать и длиннее, чтобы отводить газы. Такая горелка может обогреть небольшое пространство вокруг себя или небольшое помещение. Главное вывести трубу на улицу. Делается такая самоделка очень просто, и отработки уходит немного. Так что эксперимент удался, и теперь можно экспериментировать в этом направлении дальше. Если видео понравилось, то ставьте лайки и пишите комментарии, как вам видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!